Так сейчас мы пойдем играть, мне же надо подождать. Я тут нафигачиваю рыбу, блин, встань. И душой. Че, вот дурной, блин, сидит рыбу свою ставит. Че вы смеетесь? Что вы смеетесь? Че вы смеетесь? Сидит щука на донатере. Конечно, испугался, блин, на фул экран, блин, такую рыбу увидит. Страшно, если какая-то ксуёвая рыба-то. Тренировал фуражку сначала, кота. Чтоб она не дефала генчики, не знал. Я не знаю, я за сурово все дни играю. Да чё вы смеетесь, Зелер? Я только чат посмотрел, я не слышал. Подожди, тут очень веселая такая темка. Смотрите. Да не мешай ты мне! Смотрите. Смотрите, я в тайминг ударил, да, она ранена, но она падает. Она падает. Она падает, почему? Тогда ее не видно, куда она бежит. А, вон она появилась, смотрите, она появилась только позже. Да заткнись. Да заткнись, тебя никто не слушает. Так, смотрите. Вот я дал удар, да, она лежит. Ее даже не видно здесь. Но она на моменте появилась. Ой, смотрите, уже там. Нормально? И уже там. Вот она. Вот она. Что это такое? Это просто рассинхронно. Почему она тогда падала? Это жесть какой тайминг был. Я поэтому и растерялся. Ну, я думал, она как-то убежала. Да соткнись ты, блин. Смотрите, и следов, главное, следы-то тоже не прорисовались. И я потерялся, следы тоже не прорисовались. Чего вы смеетесь, Зелер? Чего вы смеетесь? Это ж... Найс, я говорю, сегодня вообще странный день. Сегодня такие вещи происходят. Обожаю эту тему! Он меня забайтить хотел! Он меня забайтить хотел, чтобы я так же прыгал и поняли, вышел, а я не пошел. Ой, там бабуса. Я забыл. Я не могу просто. Сегодня такие катки вообще. Ну, я не знаю, я такое никогда в жизни не видел. Тут такие моменты. Нормально так снизу под этим самое идеальное место. Ой-ой-ой-ой-ой, как пошло. Да куда ты опять свою щуку закидываешь? Уйди отсюда со своей щукой лучше. Щука, блин, достал. Еще на фул экран ведь ставит. Чтоб тебе такая щука на фул экран прилетала. Че вы смеетесь? Че вы смеетесь? Че смешного нет? Да нифига себе там. Даже это как? Она оттуда дотягивалась? Что это, блин? Да что ты будешь? Так что у тебя за культяпка там километровая? Вот сначала было показано, как будто как Демогорган. Тихо, блин. Как будто какое-то существо будет, а потом вот тогда оно ускорено, и там какой-то чудик.
У тебя кровь тут. Она чекает этот. Но она увидит. Я ж говорю, блин, увидит. Да, блин, отстань от меня! Пятачок клятий. Ай, я люблю. А выпрыгнуть! Я нас специально обманывают, а выпрыгнуть! Нет! Да конечно, блин, ну конечно! Да иди отсюда на фул экран своего щуку ставить! Из чего я должен тебя слушать? Я не знаю, ай, да ладно! Лучше. Ты слышишь, Шишуля, вон, видишь, какая страшная херня? Пока я на стриме, я вот запишу, то лицо буду смотреть. Понял? А, смотри, Крушаря. Мы сейчас тестим... Ты слышишь, Шишуля дурная, у тебя реально в голове Шишуля одна. Максимально дурака осуждаем, реферат ты людей будешь. Качок, блин, совсем неадекватный. Это просто нездоровый. Вон, видите, что соли делают с клоуном? Осуждаем. Показываю, один раз. Снимайте. А, ну, тут уже не снимать, уже нечего. Ну ладно, все, снимайте. Снимайте, демки, мувики, видики. Снимайте? Мы уходим. Хорошо, не одежду оставьте при себе. Хорошо, мы разбежали. Высморкаться, блин, не дает гнидыч. Ой, да. Чё вы смеетесь, блин? Я случайно нажал. Высморкаться, чёрт, не дает. Кнопку, блин, еще не успел нажать. Ой, да. Наоборот, туда ползти. Типа, чтоб он забайтился. Хорош, полидак. Пекло, молодой. Давай!
это конец, неудача. Он так стелся, он так идеально позицию выбрал. И там трапа рандомная стоит. Ребята. Это я чисто на кулебяке. Хорошо, Тригонс, но я не виглился, блин, я не виглился. Я какого черта он так подходит? Стой, а был на как-то нах, но она тэпнулась. Ой. Да блин, я заметил поздно! Клятая бабка, блин, начертила на своем коврике, насрала, даже не видно. Коврики, блин, насрала, даже не видно. Его нету, мне потом душа этот покоя не дает, точнее совесть. Что это такое? Солнце Монако. Блин, опять какой-то трекича поставлю. Занушку сыграешь, давай. Жесткую? Да, сыграем. Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне? У нас антропе, когда твой взгляд слезет яркого. В этом смысла ноль, если всегда рядом нет. Зачем солнце мне, Монако? Для чего, скажи мне? У нас антропе, когда твой взгляд слезет яркого. Что ты смеешься, ты? Если тебя рядом нет, я открываю шкаф и голову ломаю. Что мне в тебе надеть, я вечером не знаю. Продумал оставлять, я как повращаюсь. Ведь ты так смотришь на меня, что я теряюсь. Ты и я отделим мир от цели, мы от тебя. Прошу лишь одного, держи меня. Ты изо всех как можно крепче, я тебя заберу собой. Здравствуй, Леночка, маленькая вредина, здравствуй, уважаемая. Да не записываю я это, я говорю. Ну как я могу петь? Дальше, блин, там видно, что искаженный голос. Это не я, мой голос, но это не я. Если бы даже я записывал, я бы сказал, что я записал. И продвигал бы свои треки, это я не пел. И во-вторых, я бы послушал, подумал бы, какая-то фигня, и перепевал бы, понимаешь? Если бы я певцом был, но не певец. Не пыльный нудик, аж до падешь, красудит. Корень небес перелом на судеб. А тому голен, мы не ствольск. И мы останемся время до суда. Может быть, завтра нас так. Какой студии я записываю? Я ничего не записываю, это не я. Классно поешь. А концертный тур по Молдавии будет? Не будет никакого концерта, потому что это не я. Держи меня, ты изо всех как можно крепче. Я тебя заберу с собой. Зачем мне солнце, Монако? Для чего скачи мне? У нас НДБ. Да, я поставлю сейчас тебе трекичи. Подожди, Вольтич, поставлю, просто должен человеку. Я должен человеку, потому что я его вообще пропустил. И спасибо, МТ, огромнейшее спасибо тебе за поддержку. Сорян, я могу что-то пропустить, но это не специально. Там быдло просто атаковало. И я могу что-то не услышать, это не специально. Так, ну шо, сплю днём, полетели. Блин, из подвала. Да откуда она знает? У неё, походу, кандалы. Этот, тряпка. Надо, короче, впереди. Иди нафиг отсюда, старая, блин, карга. Вылазит из своей кочерги. Насрёт и вылазит из кучи. У неё цепи кандалы 100%. Она прям читает. Сюда, Твичер Шокер, наверное, от такого скилла сейчас. Нереальные скиллухи. Какой скипнул? Я никогда не скипаю вообще лобби. Я даже сейчас не скрываю лобби. И просто кто залетит, с теми я играю. И так всегда было.
Я никогда не скипал лобби, мне без разницы. Я даже профиля не чекаю, сколько там часов у человека. Сейчас, кстати, чекну за дротом. Там точно, там же актеры и слабые игроки. Ля, ну это, конечно, фотошоперы. И люди как будто не увидят, что тут фотошоп, да? Люди как будто не увидят, да, что это фотошоп. Чего вы смеетесь? Тут ничего смешного нет. Оригинал, говорят. Сидит мамкин в фотошопе. У меня такая же растительность на жопе растет. Нафига ты из усов на жопу себе волосы пересадил, объясни. Были хорошие усы, но жопу перерастил. Нормально? Я в шоке, блин. И рассказывает еще, гордится этим. Так, вот, короче. А чему я в шоке каком-то, и кот тоже? Это что такое? Не похож, даже не похож, блин, здесь. Так. Мугдер 2. Вот он, Микаэла. Я в шоке, какие фотошопы, говорит. Чё вы смеётесь? Так. Оля, что это такое вообще? Что это такое вообще, МТ? Опять какой-то кавер на меня сделали, да? Ну это потом. Там очередь. Открыл. Чё вы смеётесь, зелёный? Что это такое вообще? Из чего я должен тебя слушать? Ай, да ладно! Какую-то дичь сейчас вытворяем. Объективно. Я должен был ловить еще там. Ты что, совсем дура, не отдал. Я тут просто конь в пальто. Дурачок. Максимально тебя проклинаю. Сидит дура, страшилки кидает. Ты просто дурачок. Он даже хлыст не доставал! Вы видели, как шлёп? Он даже хлыст не доставал, я испугался, Саш. Я аж испугался, блин. Он даже хлыста не видно было, что он доставал. Там даже анимации не было. Чё вы смеётесь, Зелен? Я там и людям ещё не успеваю. Там ещё каштанчик я видел в чатике. Блин, прикольная анимация, делал бы это вечно. Анимацию прикольно сделали. Сделали бы под все анимации классные, а не только вот эту. Спасибо большое тебе. О, мне Малдер звонит, смотрите. Чё, блин? Чё за фигня?
фигня. А, надо делать какой люк? Держи монетку, тебе пригодится. Оксилик, спасибо большое, что я тебя заподдержу. Блин, я могу залутать на самом деле. Ты иди нахуй отсюда, дурачок, скипуй твое говно там. На всякий случай наспамила оно. На! Это как? Он чувствует? Я так его кстати. Это... Чего? Он повернул на 180? Как он успел? Это что за фигня? Так, сейчас я поставлю. Подождите, я сейчас поставлю. Так, ставлю от хуяшича от таланта. I wanna take you somewhere so you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you death for it's some pretty string, but they won't flow over like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. But I'm just so tired to share my nights. I wanna cry, and I wanna love, but all my tears have been used up. Нету каких-то разделений. Для любого мана будут определенные сильные эффекты. Сейчас поблагодарю всех. On another love, another love. All my tears have been used up.